Также это может случиться, если вы заболели некоторым редким заболеванием. Помочь этим людям можно, только оптимизировав методы диагностики и разработки лекарственных препаратов. А что для этого нужно? Изучить начальные клинические проявления редких лейкоэнцефалитов и редких лейкодистрофий. Провести меры иммунопатологическое обследование больных с редкими лейкодистрофиями и редкими аутоиммунными энцефалитами. Определить маркеры аутоиммунного воспаления центральной нервной системы. Разработать алгоритм диагностики редких форм болезней белого вещества мозга у детей и подростков. И составить протокол лечения указанных групп заболевания. Что это даст? Это предотвратит инвалидизацию, снизит финансовую нагрузку на государство, улучшит качество жизни пациента. Я благодарю за просмотр данного ролика. Этот проект, он является продолжением первого нашего проекта. Для меня было очень важно, чтобы стилистика оставалась прежней, чтобы первый ролик интегрировал вместе со вторым роликом. Таким образом, я надеюсь, что данная задача мной была выполнена. Я очень благодарна Екатерине. Вот на хакатоне она в прошлый раз была со мной, и в этот раз тоже со мной, также Денису, который помогал. Хотелось бы? Хотелось бы в дальнейшем запустить это уже как городскую рекламу и получить, безусловно, результат, так как на сегодняшний день по первому проекту, который мы запустили, редкие болезни лечатся. Они лечатся, и мы надеемся, что, в принципе, все остальные болезни, которые достаточно схожи в своем виде, можно будет также лечить, поддерживать пациентов. И я надеюсь, что дальнейшая счастливая жизнь им будет открыта. Он нацелен абсолютно на любую аудиторию, но в первую очередь это бизнес. Мы финансировались также юридическими лицами, вот, и я надеюсь, что в дальнейшем также меня будут поддерживать юрлица, а также на компании, которые производят лекарственные препараты, потому что у нас есть ресурсы, которые мы можем соединить. Да, то есть у нас есть пациент, у нас есть на данный проект 50 пациентов по белому веществу, да, по данным заболеваниям. И мы бы хотели, то есть у нас мы сотрудничаем со вторым медом, это кафедра неврологии и редких заболеваний, это профессора, то есть этот проект у нас уже запущен, и в принципе я думаю, что чтобы мы получили результат, чтобы соединить. Да, бизнес и соединить вот этих пациентов для дальнейшей реализации этого препарата. Скажите, Ольга, а осознанно была выбрана такая нейтральная социальная значимость? Да. Почему? Ну, во-первых, пациенты, они есть, да, я не люблю, не то, что я не люблю, но дело в том, что люди очень тяжело реагируют на такую проблему, как тяжелые болезни, да, то есть редкие болезни. Это воспринимается очень сразу негативно, то есть это в стране, я не хочу это слышать и видеть, это будет где-то там за дверью от меня. И для того, чтобы люди как-то немножечко по-другому к этому относились, я думаю, что и проблему надо преподносить немножко с другого ракурса. Вот, то есть, да, таким образом. Спасибо.